Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам обзор на телефон, флагман от Samsung S21 Plus. Сразу говорю, что это не мой телефон. Мой телефон вот, Xiaomi 6A. Появилась у меня такая возможность снять обзор на этот телефон. Еще пришлось докупать блочок, он стоил 500 гривен или примерно 20 долларов, потому что он не идет в комплекте. И чехол еще 10 долларов. Давайте откроем сам телефон. Друзья, если вы заранее не подготовились и не купили чехол для телефона, то в локальных магазинах вы сможете его купить от 10 долларов и выше. Вот такой вот простой чехол силиконовый стоит 10 долларов. Хотя такой же чехол на AliExpress стоит от 1 до 2 долларов. Давайте проведем первый запуск и первую настройку телефона. Друзья, переносим информацию с телефона Xiaomi на телефон Samsung Galaxy S21 Plus с помощью Smart Switch для Samsung. Нажимаем «Передать» и все наши учетные записи и так далее, приложения, контакты, все они перенесутся. На втором телефоне нажимаем «Копировать». Все. Далее вводим пароль от Google аккаунта. Пока переносятся наши данные, покажу блочок. Откроем его, посмотрим, что там внутри да как. Блочок на 25 ватт. Друзья, открою с другой стороны. Скорее всего, с этой не открывается. Плюс только в одном, что хозяйка сможет зарядить в аэропорту этот телефон, так как есть разъемы Type-C. Я очень часто видел и в Борисполе, и за границей. Ребята, итак, завершил я настройку этого телефона, этого устройства. Приложения еще переносятся. Еще не перенеслись.
Я покажу вам, как этот телефон фотографирует ночью, как он фотографирует днем. Вставлю фотографии. Друзья, кому интересно, данный телефон стоил примерно 25 тысяч гривен, плюс зарядка, плюс пленка, плюс чехол, 26 тысяч гривен. Ну, наушники покупать дополнительно очень дорого, там цены заоблачные. Всем огромное спасибо за просмотр, всем большое спасибо, кто посмотрел этот ролик. Также можете просмотреть другие ролики на моем канале в плане техники, в плане компьютеров, видеокарт и процессоров. В подсказке я оставлю плейлист. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать лайки, а также подписываться на канал DiggerCoins. Всем пока!